Из года в год жители нашего района доказывают свое умение и желание работать на земле. Результатом их труда в этом году стал весомый урожай озимых колосовых культур. По количеству собранных зерновых район занял первое место среди муниципалитетов республики. Неплохих показателей наши труженики достигают и в овощеводстве. Мы сегодня хотим вам рассказать о работе нового хозяйства, расположенного в ауле Игерухай. Данное овощеводческое хозяйство работает всего лишь год, а уже имеет определенные достижения. Мы в этом году решили в ауле Игерухай попробовать. Ну, сначала мы изучили, конечно, возможно, поливом организовать выращивание овощей. Конечно, Чижев Аскорби, котлован вот сзади меня вырыл большой пруд, воды хватило. И за счет этого начали осваивать здесь, попробовать овощи. Плодородный слой хороший в этих землях. Раз воды хватает, решили, настроились на выращивание овощей. Ну, на одном не зациклились, потому что где-то пропадешь, где-то это. Поэтому решили вот эти 4-5 культур основных овощей создать на этом предприятии. Земли хорошие, возможность есть выращивать здесь пульсовая. Вот на данном поле мы стоим капуста, это поздний сорт капусты, сорт Марьяна. Дальше средний сорт. Есть у нас томаты на 6,5 гектарах, лук на 6,5 гектарах, бахча, картофель. Все здесь удачно слаживается. Овощеводческая ферма принадлежит Схадбию Базетовичу Чижеву. В момент приезда нашей съемочной группы мы застали главного агронома хозяйства Адама Тиучижевича Схаляха, который и рассказал нам о первоначальных трудностях. Конечно, есть свои нюансы, техника то ломается, конечно, чинить запчасти. Это без этого в сельском хозяйстве не бывает. Семена, конечно, любые, от импортных до российских. Вот фирма «Поиск» российская, центральная компания в Тимашевске, мы с ними работаем. Голландская компания тоже, «Русский Росток» в Краснодаре есть, тоже мы с ними по снабжению семян работаем. Идут навстречу тоже, где-то что-то под урожай, потому что семена очень дорогие. Очень дорогие. Вот гектар морковки посеять, это 60 тысяч, одни семена только занимают. Затратные овощи, никто не хочет, поэтому затратные очень выращивание по технологии овощей. Трудности что? Конечно, с нашим сельским населением борется вся флора, которая существует. Все эти гусеницы, бабочки, колорады, ну все-все. С ними надо воевать своевременно. Будет и полив, если организованы четко и правильно, конечно, будут здесь овощи. Земля позволяет все нормально. Всего хозяйство обрабатывает 23,4 гектара пашни. Как уже отметил сам агроном, здесь выращивают томат, картофель, лук, капуста, морковь, а также бахчевые культуры. В настоящее время в хозяйстве идет сбор томатов. Сейчас, в данный момент, у нас сбор томатов полным ходом пошел. Капуста, конечно, где мы стоим, уже позже, в конце сентября пойдет. Лук тоже вот на днях начинаем тоже сбор лука и морковки. Ну, а так вот все. Сбор томатов в день, пока мы наняли, ну, основной сбор вот-вот только началось. А последние, предыдущие неделю, скажем, то 5 человек пробовали, 10, 15, сейчас и 20 человек есть в день. Конечно, уже наработки есть, уже и 40 человек придет, потому что и лук начнется собирать. В день, значит, по томатам, значит, где-то 8 часов, они с 8 до 5 работают. Рано утром поросеть нельзя, томаты грязные, клиент, конечно, потом уже отворачивается. Ну, чистую продукцию красивую хотят. Ну, вот эти люди, сейчас сплошной сбор у нас начнется в течение недели, основной такой натиск. А пока они собирают в день до 5 тонн. 4 до 5 тонн в день собирают. Вот эти 15 человек основных. Кто на сортировке, кто на сборе, кто на отгрузке. Вот так вот, человек 20 пока привлечен. Но с той недели, с понедельника уже человек 40 будет, потому что лук тоже будем собирать. Помидор каждый день надо собирать. Поэтому тех, где мы не будем трогать, а уже другие люди мы наработали, чтобы на лук пришли. Вырастить высококачественные сельскохозяйственные продукты – задача не из легких. Не менее особых усилий требует еще и поиски рынка сбыта. Рынок сбыта сначала тяжело было, а аул находится в таком местоположении, ни трассы, ничего, спрятан аул, скажем так. Но то, что
участники с ночного рынка Майкопа, с Великовечного, с Краснодара, оптового рынка. Ну, рекламу распознали, уже более-менее лучше пошло. Уже даже они ждут товар, а не мы ждем со склада, как бы его сдать. Уже плюсы наработали. Конечно, если бы аул находился где-нибудь по трассе Майкоп, там Белоречка или где-то, ну, в трассовой системе, то проще было бы. Здесь надо каждому рассказать, как этот аул найти. Это мы знаем, живущие здесь. А так, ничего, год из года, если будут работать это хозяйство с овощами, скажем, то они все будут уже вовремя здесь, эти клиенты, которые по сбыту. В планах у руководителя на будущий год увеличить обрабатываемую площадь. На будущий год, значит, мы связались с турецкой компанией. Мы заложили на данный момент гектар 4 сортов лука, который мы будем в октябре пересаживать луковицы на семена на следующий год, чтобы урожай семян получить. Потому что семена дорогие получать, свои семена уже сеять хорошо и излишки, конечно, уже сортировать. Вот увеличивается уже, конечно, уже гектар, если 6 сейчас, то гектар 12-15 уже лука будет на будущий год. А зимний лук и яровой лук, в смысле, вот так вот, семенники заложены. Трудный процесс, но есть помидоры. Ну, посмотрим, вот что покажешь, мы только начали, чтобы сказать, где-то что-то... Аллах с Богом принесут, я не знаю, сегодня, может, все это, не хочется говорить, конечно. Конец урожая покажет, увеличивать финансовое состояние, если позволяет увеличить объемы, то можно увеличить. Но, повторяюсь, там, где вода, там будем увеличить. Если нехватка воды, смысла никакого нету. Сам Адам Дьючежевич родом из Дьючежского района. И здесь он оказался не случайно. Агроном с 33-летним стажем весьма востребован в своей профессии. В Майкопском районе, значит, есть у нас такой поселок Трехречный. Я и в Радуге работал лет 11 в овощном бригаде, бригадиром, агрономом. Потом овощи там, плодородие испортилось, потому что полив – это тяжелый вопрос. Он смывает плодородный слой. Ушел в Трехречный, тоже пригласили. Предприятие было тоже совхоз, не колхоз, там тоже томаты, но в основном перешел на зерновое производство. И там работал лет 17, как зерновое хозяйство выращивал. Потом оттуда решил, рынок сбыта и ценовая политика по овощам лучше стала. Ушел в Майкопский район свой и последние 3 года там выращивал картофель, ну и другие овощи. Но последние 2 года... наводнение, можно сказать, стопроцентное, то, что с прошлым году, например, с июня месяца до 5 июля заливало, что картошка выращена уже, которую наметки были, что хороший урожай сидит, мы это все видели. В верхней части в гребнях по 3-4 осталось, а нижние все сгнили. И 2-й год тоже там погнил. Ну, потеря урожая бешеная идет, потому что Майкопский район такой район, что влага без полива само. А потом летний период, печет все это. Ну, поговорили, обсудили. В Чижевсхатбе давно знаем. Мы по земледельству вместе компаньонами работали. Давай решили здесь. Конечно, здесь лучше. Ягинский район, Дундуковский, Егорухай, Кашкабельский. Если вода есть, здесь намного лучше выращивать. Ну вот решил попробовать приехать сюда. Что здесь получится. Секретом успешной работы является профессиональный подход к своему делу, говорит агроном Адам Схаляха. Пожелаем этому хозяйству удачи и богатых урожаев.